А сейчас мы приглашаем на лед надежду нашей сборной по фигурному катанию на играх в Турине. Одну из самых красивых пар на льду. И это действительно так. Чемпионы России, двукратные чемпионы мира и Европы в танцах на льду, заслуженные мастера спорта Татьяна Навка, Роман Костомаров. Thank you.
Татьяна Навка, Роман Костомаров. А если бы Индии и Южной Америки умели кататься на коньках, они бы, наверное, танцевали так.